Смотрите, мои дорогие зрители, что вы должны понимать, когда вы занимаетесь собой и самоисцелением? Первое и самое основное, что если мы имеем воспаление в одном отдельном, на одном отдельном участке, например, как пример гайморовой пазухи, то вся иммунная система, все клетки находятся там. Если у вас есть воспаление в каком-то, на каком-то участке, то вся иммунная система уходит туда, и ей абсолютно безразличны уже, вот знаете, как дела индейцев шерифа не волнуют. Но дело все заключается в том, что те полости, которые находятся в гайморовых и фронтальных пазухах, они заселены на 600%. И практически у всех, потому что это их исходное место обитания. Ну, как в Африке живут африканцы. Это их исконное место, они родились там. И чуть ли не с, уже не с молодых ногтей, так сказать, уже там заселено. Если вы не чистите гайморовые пазухи, то грош цена любой работе. Обязательно это надо промывать, обязательно это надо чистить, обязательно с этим надо бороться, потому что гайморовые пазухи являются тем триггером, который, собственно говоря, и возбуждает все остальное. Это как спусковой крючок. Гайморовые пазухи влияют и на уши, и на нос, и на рот, и на шею, и на все абсолютно. Не занимаясь и игнорируя, ой, течет из носа, там пропшикал нафтизином, все нормально стало. Ничего нормально не стало. Сужается и сужается, и сужается, и сужается все это. Также сужается, кстати, и в коронарных сосудах. Сужается, 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 а потом чварк, и сердце не может прокачать кровь. Но здесь-то мы можем дышать, если нафтизином, да, покапали, то все можно дышать. Эта информация вы не увидите в интернете. Это я вам говорю на своем опыте, на который я потратил где-то около 40 лет, потому что болело у меня все с раннего детства. Поэтому, не занимаясь гайморовыми пазухами, ну вы, так сказать, опс, 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 роете себе, сами знаете что. Здоровья вам. На сегодня все.